Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик. Сегодня у нас в гостях епископ Лютеранской церкви из города Воронежа Анатолий Малахов. Анатолий, приветствую вас. Приветствую. Знаете, сегодня, вы, наверное, видели, уже беспокоит многих, та ситуация, которая сложилась во ФСИН, Федеральной службе исполнения наказания. Шокирующие кадры, которые наполнили сейчас интернет и некоторые каналы телевизионные, о пытках, об издевательствах, об изнасилованиях в некоторых колониях, в частности, упоминается Владимирская, Саратовская и Иркутская области, специальные как будто были места, куда свозили непокорных. И, знаете, это вопрос не только политиков сегодня, это и политики, и бизнесмены, и многие люди. Вот, все заговорили об этой проблематике. Почему мы спрашиваем вас? Потому что ваш путь к Богу был непростым. Вы уверовали в колонии, вы рассказывали уже, может быть, немножко освежим для наших зрителей. Вы знаете, как устроена эта жизнь изнутри. По крайней мере, знали, как это было там 20 с лишним лет назад. Что происходит сегодня? Почему кадры попали, это 2 года записи, 18, 19, 20 годы. Неужели все это сейчас еще в худших, я не знаю, с чем сравнить, вам, наверное, есть что сравнить, тем более вы были долгое время в своей Воронежской области, входили в общественно-наблюдательную комиссию, которая наблюдала за правами заключенных, за правами человека, те, которые вот оступились и сидят в тюрьмах. Пару слов об этой ситуации. Вы знакомы с ней? Да, конечно, я знаком, и она очень печальная, эта ситуация. Но, вы знаете, система, она есть система. И репрессивность, которая существует в этой системе, она как бы сейчас выходит за пределы. Потому что много было сделано хороших вещей, много хороших вещей. Это с принятием 76-го федерального закона в 2008 году. Вот. И первые 3 созыва, которые я был председателем наблюдательной комиссии, и многие такие общения были, очень такие, с разными регионами, посещение тюрем, колоний, полиции, как бы эта ситуация, она была под контролем. Сейчас, к сожалению, этого нет. Ну и отсюда вот эти результаты, что ли? Или почему? Или что-то начинает прогрессировать вот в репрессивной государственной машине, что ли? С чем это связано? Сейчас даже Следственный комитет заинтересовался. Я скажу. Ну, Следственный комитет, он и должен заинтересоваться, это в его компетенции. Смотрите, 90-е годы я находился в местах лишения свободы. И я увидел, много беспредела было и со стороны чиновников в погонах, и со стороны осужденных. И как бы мне, как верующему человеку, очень явно было понятно ситуация. И я всегда говорил и той стороне, и той, и другой стороне, что если вы не правы, ребята, ну надо вести себя нормально. И начальник, если вы не правы, ну как-то надо... Вот. И, конечно, я попадал в репрессивные такие, с обоих сторон попадало мне. Но потом как бы начали запускать разных людей, общественные, религиозные, заходили люди в колонии, и вы знаете, это сразу приостановилось. И как бы совсем по-другому стали относиться к осужденным сотрудники, сотрудникам осужденные очень по-другому начали относиться. И тот репрессивный метод, который был использован в 90-е годы, он как бы сейчас бумерангом начинает повторяться. Вы о чем вот говорили в регионах, но я знаю и в других регионах, где также многие звонят и ищут помощи и поддержки. Вы знаете, в 2000 нулевых годах до 2008 года я, когда освободился, занимался ресоциализацией, адаптацией освободившихся. Действовал попечительский совет уголовно-исполнительной системы, возглавлял, кстати, его Крашенинников. Очень много было концертов, посещений, духовной творчество, но очень много проводились таких мероприятий в учреждениях, и вы знаете, не смели ни сотрудники системы, ни подопечные, так сказать,
контингент не смели ничего плохого делать. И ведь фактически таких резонансных вопросов-то и не поднималось, и не было их, понимаете. Но в 2008 году еще добавок ко всему то, что действовало, добавилось 76-й федеральный закон, это об общественный контроль в закрытых учреждениях. И в это первые общественные наблюдательные комиссии вошли люди, очень такие адекватные люди, которые переживали за систему, переживали за все, что там происходит, потому что были правозащитники из тех европейских, еще как бы они учились, есть правозащитники, которые российские были, но в эту комиссию входили как бывшие сотрудники были такие, так и бывшие осужденные, у которых судимость погашена или снята. И вы знаете, при исполнении этого закона внутри учреждениях регулярно реагировались ночь, полночь, любое время дня и ночи. Наблюдательная комиссия, в частности, могу сказать, за Воронежскую область, всегда приезжали, всегда решали вопросы. И вы знаете, я на своем примере, очень много было ситуаций, сложных ситуаций, взрывоопасных ситуаций. Мы не сторонники того, чтобы это все быстро подавать это в СМИ, быстрее о чем-то рассказывать. Я не сторонник этого был. Я всегда старался, имея полномочия 76-го ФАЗ, решать внутри учреждения. И поэтому ОНК Воронежской области, она всегда была в числе таких лидеров по деятельности и предотвращении беспредела как со стороны системы, то есть в погонах, которые уполномочены властью, так и со стороны осужденных. И поэтому ко мне даже после всех этих деятельностей из других регионов за помощью это обращались. Но почему так произошло в Воронежской области? Ну, потому что мне не безразлична судьба, что там происходит. И я, как человек верующий, я не могу кого-то прикрывать, а кого-то закрывать или кого-то оправдывать. Вы понимаете? Поэтому я всегда действовал справедливо, по прямой. Может, и были какие-то ошибки, не знаю, но, тем не менее, были люди всегда довольны, решались вопросы. Но для того, чтобы понимать систему, там находится очень много людей. И когда создавались такой институт уполномоченных по правам человека, вот, именно в этом институте очень важную роль играют при формировании уполномоченные по правам человека, общественные палаты регионов, система ФСИН, оно, естественно, начали через своих бывших коллег, которые вошли, почему-то они вошли именно к уполномоченным по правам человека и стали у них консультантами. Это те люди, которые занимались ранее либо репрессивными вещами, либо, я лично знаю, по Воронежской области консультанты, эксперты, уполномоченные, которая была, сейчас ее сняли, самая Зражевская такая. Так она набрала туда бывшего помощника, который сам заходил с дубиной и гонял заключенных. И он, как всегда говорил, говорит, наблюдательной комиссии нельзя давать, чтобы она там могла решать вопросы. Наоборот, от нее надо скрывать, а наблюдательную комиссию надо набирать тех людей, которые ничего не понимают. Это вот результат. Дальше. Мы подключали в Воронежской области глав конфессии. Ведь это первый был создан официально при областной думе это отдел по тюремному служению, межконфессиональный, по моей инициативе, так вот получилось. Потом мы видели, что за ситуация сложилась внутри учреждений, там много сейчас существует контингента, которые бывшие Советского Союза, СНГ так называемые. И это люди, которые приехали сюда, кто-то на заработки, кто-то на что-то совершили преступления. В частности, они и частые, жестокие преступления очень произошли. И они сидят там, но ими никто не занимается. И мы в то время, по моей инициативе, губернатор еще был Гордеев, поддержал. И мы создали такое, знаете, вот как бы национальный, вот именно из националов, глав национальных диаспор, мы создали такую при Совете наблюдательной комиссии, создали именно такое сообщество, которое могли вместе с членами наблюдательной комиссии заходить к своим соотечественникам, общаться, разговаривать, какие-то возникают вопросы, проблемы решать. И вы знаете, вообще колонии ожили. Мы дважды проводили творчество осужденных с колонии, привозили заключенных в город Воронеж, провозили «Калина Красная», мы называли его, творчество осужденных, где люди отбирались, проводились конкурсы внутри колонии, выезжали. Настолько все было открыто, настолько было все прозрачно, и этих проблем-то их не было.
А если они возникали, то есть они решались там, решались они на уровне вот именно законодательного, потому что в эту деятельность правозащитную, я ее скажу так, в общих чертах, входили и главы конфессии, и главы диаспор, и входили общественники, и другие, как бы сферы вот именно в Воронежской области, я хочу сказать. И, знаете, были руководства управлений территориальных, которые здраво это понимали, но стали приходить другие руководители. Вот в частности, вы говорите, где происходит беспредел. Транзитные они проходили в Воронежской области, но уже в наблюдательную комиссию вошли люди, которые не понимают, что это такое. Не знают, даже не смогут различить, что такое наблюдательная, что такое совет наблюдательной комиссии. Вы понимаете? И когда люди заявляют, что они все могут сделать, а делать-то ничего не делают, системе не помогают, осужденным или задержанным не помогают, но потому что такой контингент в наблюдательную комиссию набирали именно по зову, так сказать, этих людей, которые уволились из системы ФСИН, общественные палаты. У нас, к сожалению, есть еще чиновники, недопонимают. Они пытаются этим самым как бы пропустить в комиссию тех людей, которые лишь бы молчали, лишь бы ничего не говорили. Я в свое время говорил, вот вы говорите за 18-19 год, я говорил, что придут времена, когда наступит очень тяжкая ситуация и взрывоопасная ситуация, она будет все больше и больше нагнетать обстановку внутри колонии. Вы знаете, что приходит в Грузии, в частности. Почему там произошел переворот? Да потому что нагнетание было серьезное, нагнетание в колониях. И там взрыв произошел. Сейчас вот в нашей стране в колониях пытаются зажать, задавить. Создали еще один институт, это как бы помощников по духовным вопросам. Я категорически всегда был против, потому что я знаю изнутри, я проповедовал Евангелие, я служил мне единственному, кому разрешили в России официально проповедовать Евангелие. И я имею опыт. Ни в коем случае нельзя религиозника ставить на место помощника начальника территориального управления по соблюдению прав верующих. Нельзя. В Воронежской области поставили православного, все. Православные храмы в каждой колонии, но кто в них ходит? 10-15 человек из тысячи. Дальше, всех остальных, почему-то именно братья наши православные, во всех видят врагов. Ну, хватит, наверное, все-таки играться в эти войны какие-то непонятные, в игры. Надо реально помогать системе, надо реально помогать людям, которые там находятся, а не надо вот так отодвигать. И вот как на протяжении 20 с лишним лет, я уже сталкивался неоднократно, постоянно пытаются, нет, там мешают, нам мешают. А в чем вам мешают? Заниматься людьми? Реабилитация? Похерили. Дальше, правозащитную деятельность? Похерили. Все похерили. Что мы ждать будем дальше от системы? Естественно, там другого не знают. Они будут, естественно, включать репрессивные методы. Плюс вот это вот мы называем вот эти вот пособники сотрудников, как ДПСники, или как они там называются. Вы понимаете, секции дисциплины порядка, СДПС. Но это разве где-то было? Нет. Когда мы заходили, мы всегда обращались, мы имели право, возможность беседовать отдельно с осужденными, без сотрудников, когда не могли нам рассказать. Мы же тоже понимаем, собирая информацию, которая где-то что-то происходит, нарушение прав. Мы подходили, начальнику колонии об этом объясняли. Если он здравый начальник колонии, то он принимал все меры, а не так, как вот сейчас отстранили, ушли в отставку. Но это я тоже считаю, это тоже не совсем правильно, потому что виновные должны быть. Кто за это отвечает? Режимные оперативники, они отвечают, и они должны отвечать. Но мы всегда старались начальнику колонии предоставить объективную информацию, в акте отобразить, и прослеживали, мы всегда ходили, не за 5 минут мы сообщали, что идем в соблюдательной комиссии, и мы заходили, не успевали сотрудники что-то предпринять, что-то там сделать и какие-то там сделать свои инсценировки. И мы проверяли, не прессуют ли тех людей, которые нам что-то пожаловались или в отношении кого были нарушены. И поэтому в Воронежской области они боялись, я говорю прямо, сотрудники боялись что-то предпринимать противозаконно. Но начали приходить другие члены ВНК и все это бросили. На формальном, на каком-то чат создали себе, поздравляют председателей ВНК, поздравляют. А ситуация это очень сложная. Я всегда задавал вопрос в Палате России. Там формируют ВНК. Почему так плохо относятся? Москальковый задавал вопрос, почему вы не обращаете внимания на тот институт, который президент создал? Это единственная страна, где разрешено вот так вот общественная наблюдательная комиссия в любом
любое время дня и ночи посещать закрытые места, учреждения, закрытые места лишения свободы. Нету ни в одной стране мира, и в нее входят разные люди. И надо, чтобы туда входили и бывшие сотрудники, и бывшие осужденные. И главное, чтобы тоже разные конфессии было. Тогда, естественно, мы увидим хороший результат. А так сейчас, если это, к этому не вернуться, то это будет продолжаться еще и хуже становиться. К сожалению, это неприятно так смотреть, все, что там происходит. Анатолий, вы немножко упомянули о ДПС, да, это так называемый красный актив, да, тех, кто сотрудничает с... А? Вы упомянули немножко ДПС, да, вы сказали. Ну, так называемый, наверное, красный актив, как раньше это называлось, да, на зонах, которые сотрудничают. Ну, да. Вот именно вот эта тема встрепенула, что они исполняли вот как раз и записывали на видео все издевательства, все унижения. И причем это коснулось не только каких-то политиков, там, это и бизнесмены ломали не только там положенцев или воров, да, но ломали и простых людей по заказу. Там журналисты раскопали, сколько стоило унижение там, простых людей, брали до 50 тысяч, чтобы какого-то богатого человека там опустить, грубо говоря, брали до 5 миллионов. К чему, ну, вот, к чему все это приведет? Смотрите, какая огромная, ну, огромная проблема. За несколько лет скрыли, насиловали палками какими-то там, швабрами. Просто записывали все, чтобы иметь компромат потом на человека. Такое было? Или почему такие права дали вот этому красному активу? Вы знаете, никто, никакой актив без разрешения режимно-оперативной службы эти делать не будет никогда. И те люди, которые, вы же понимаете, тюрьма, и я себя считал негодяем, потому что попал туда, я за преступление, я открыто об этом говорил, но Бог помиловал. И освобождаясь, еще не освободился, я уже думал, как я буду помогать. Но, находясь там, людей разных много, и они есть такие, очень и очень и очень такие плохие, даже среди, по меркам внутри системы. Но, если начальство попускает, а это было так, оно и было там. И в основном это за это отвечают, кстати, за вот такие вот вещи, это режимно-оперативная часть. Я как-то был организации, был такой генерал, есть генерал Сушков Борис Алексеевич, он и попечительский совет возглавлял. И он, кстати, очень много делал для системы. И мы ездили в Швецию. В Швеции мы посетили две тюрьмы строгого режима. И там были русские сидели, все мы посмотрели. И там я увидел начальник режима, как они себя ведут, когда они применяют спецсредства и так далее. И вы знаете, у них нету вот таких оперативных служб. Нет у них. Есть начальник режима, он отвечает за все. У нас, к сожалению, в эту систему пришли еще с 30-х и так далее годов, ввели оперативную работу, понимаете? Но и эта оперативная работа, она ни за что не отвечает. Ни за что. Но они могут именно создавать интриги внутри, между заключенными, между сотрудниками, между всем. Почему я, когда находился в переношенной, это Воронежская область, 90-е годы, и там оперативники там такие вещи вытворяли, просто жуть. Вы понимаете? Убивали верующих, вы закапывали, убивали заключенных, там вообще все было. И то время, как бы, знаете, очень такое жестокое было время. Но это было 90-е годы. Сейчас мы живем 21-й год третьего тысячелетия. И вы смотрите, когда нулевые годы, потом вот эта наблюдательная комиссия, общественная, религиозные, все могли туда заходить, этой системы такого не было. Не было, потому что люди имели возможность общаться, люди имели возможность встречаться, видеть другую сторону и так далее и тому подобное. Но именно режимно-оперативные службы в Сино-России, Сина России, в частности, они узурпировали в Палате России, где формируются члены наблюдательной комиссии. Они влияют на уполномоченных по правам человека, в частности, за Воронежскую область. Сейчас новый начальник уполномоченный, не знаю, как он себя поведет. Общественные палаты, управление региональных, это управление по региональной политике, которые как бы взаимодействуют. Вот эти вот, вот структуры, которые несут прямую ответственность, под кого они ложатся? Под систему, чтобы это происходило. Или же они хотят, чтобы решалось в местах. Вот мне очень понравился
это Гордеев, когда я начинал в 2008 году, он стал губернатором. И он очень хорошо выразился. Нет вопросов, которые не могли бы мы решить в Воронежской области. Я 1000% с ним согласен, что должны ОНК независимы быть ни от системы, ни от кого. Это есть общественные, это люди за свои деньги, за свое время, они за свои убеждения, они ездят и помогают именно системе, помогают тем, кто там находится. И они выполняют свой долг. Но когда туда прихвостни вошли, прихвостни разных натечений, разных направлений, потому что их попросили, вы вошли, мандат получили, ходите там. Но, к сожалению, было такое, что 2018 год, много гадостей, свой адрес я испытал, там много чего. Но наблюдательная комиссия, она была лучшей в России. Почему? Потому что мы самоотверженно занимались этими вопросами. Самоотверженно, потому что мы многое делали в ущерб семье, в ущерб каких-то своих личных. Мы шли ночью, полночь, мы шли и решали вопросы. А сейчас вошли туда, посмотрите, кто. И если вы проверите, проверите реально, сколько раз они посещали колонии, и что они там могли сделать, и что-то помочь. В Воронежской области даже знать не знают их колониях. Не знаю, знает только один, кто-то там православный батюшка много набрал себе этих грантов, и он зайдет, отрабатывает их, а больше ничего не делают. То, что отработали федеральные, там, региональные, деньги надо же отрабатывать, надо отписываться, надо же показать, а фактически ничего не помогает. И это вот печально. Анатолий, как вы прокомментируете, журналисты раскопали историю, когда православный священник, который как раз опекал одну из вот этих проблемных зон, он награждал начальника вот именно этой колонии, где происходили все эти зверства, насилие. Он не знал? Неужели ему не исповедовали заключенные? Неужели не говорили о том, что происходит? Или действительно отрабатывал свой грант? Вы знаете, вот именно, что он, если какое-то появляется резонансное дело, где-то вышло за контроль, вот у нас наблюдательная комиссия в Воронежской области, вот, и совет наблюдательной комиссии есть, это юридическое лицо, кстати, совет ОНК специально взяли отовсюду, вытесняют, но эта организация создавалась по указанию президента, для чего? Для того, чтобы юридически она могла аккумулировать специалистов всего разных уровней, да, финансы, поддержку, там, юридическую, так, на нее ж, можно все, там, и помещение, все это, но ее отодвинули. И когда у нас были в Совете ОНК, у нас всегда были члены Совета ОНК, это были священники разных конфессий, юристы, адвокаты, психологи, понимаете, то есть все люди, которым не безразлична эта тема. И когда они заходили, естественно, они все видели и рассказывали. А то, что вы сейчас говорите, Альберт, дело в том, что кукушка хвалит петуха, да, за что? За то, что хвалит петух хвалит кукушку. Ну, просто это такая басня, да? За то, что вот, награждая друг друга грамотами, награждая друг друга медалями, орденами. Для чего? Показать кому? А внутри учреждениях не исповедуются, да потому что не верят люди. Не верят. Если бы они верили бы и занимались бы священники, я не только православные, другие, занимались бы тем, чтобы оказывали помощь этим людям, то вы поверьте, я говорю, вот этих вот таких ситуаций, их настолько бы практически бы не было. А в наблюдательную комиссию вошли и помощники, как они сейчас считаются, по религиозным вопросам, по окормлению, вошли. Если там, где мусульмане присутствуют, большинство, значит, там кто-то от мусульман ходит. Православные, значит, православные. Для чего? Что, у них нечем заняться, священникам? Есть чем. У вас в каждой колонии есть православные храмы. Служите там, проповедуйте Евангелие, заходите в отряды. Но ведь никто же не заходит. Как мне священник сказал, говорит, а пусть сами идут, говорит, сюда. Я говорю, а зачем? У вас, ну мы же храм построили, пусть ведь идут сюда. Никто не пойдет. Я лично отсидел, я знаю, что это такое. Когда люди будут заходить, общаться, разговаривать. Вы знаете, один священник любой конфессии, как-то мы зашли, было несколько лет назад, главы конфессии, и мы зашли в одну из колоний. И в клубе мы собрались, там человек 150 пришли, верующих разных направлений. И мы так сели перед ними. И один говорит, наконец-то мы увидели вас всех вместе. Вы понимаете? Потому что
кроме интриги, сплетен, недовольства, да, те, которые сейчас стоят там, ничего не делается. Все не про Малахов плохой, Петров плохой, Сидоров плохой, лютеране плохие, баптисты никакие, эти не такие. Подождите, а что вы делаете там? Вы для того и стали там, для того, чтобы люди могли задействованы быть. Но из 1000 человек, 15 человек ходят в православный храм. Храм, который затрачен огромные деньги, миллионы. И дальше, выхлоп какой? Рецидив. Рецидив составляет у нас около 70% по России. Около 70%. Но реабилитацию похерили, уничтожили. Создается впечатление, что на местах, в регионах, чиновники, которые вот именно ответственны за эти вещи, да, просто умышленно делают против правительства, против президента. Президент подписывает указ, они его делают под себя. Понимаете, нет? Как им это удобно? Они думают, что они скрыли. Все это хорошо, все прекрасно. Но гнойник-то он созревает, и взрыв потом будет. Это несколько, а их будет много взрывов. Что тогда делать будете? Ну, вы правы абсолютно, потому что в разных сферах нашей жизни сегодня вот от людей слышится, что когда идут и говорят, вот президент подписал это, президент подписал то, в разных сферах нашей жизни ответ от чиновников один. Вот Путин подписал, пусть он нам и помогает. Я всегда думаю, ну, нам враги не нужны внешние, когда вот такое отношение к указам президента, к его позитивным, хорошим вещам на изменение жизни в нашей стране. Вот такой чиновничный ответ идет. У меня, наверное, последний вопрос будет. Как вы думаете, не назрело ли время сегодня, сейчас начать разговаривать о капелланстве? Ввести все-таки, предложить ввести капелланство, ну, не только одной конфессии, но с широким доступом всех авраамических религий, не только, всех религий, которые представлены здесь у нас в России. Вы знаете, Альберт, я давно об этом говорил, но вы правильно поправку сделали. К сожалению, у нас, как бы я всегда их старшими называю, наших братьев православных, но они всегда видят во всем конкуренцию. И особо там, где могут выделяться деньги, они сразу все отодвигают и уничтожают. Сами делают, практически ничего не делают, но не дают этому как бы движению. Конечно, то, что президент создает и законы, и все его направления, они очень хорошие, очень нужные. И я благодарю Бога, что так оно есть, оно есть, но на местах нет. Вот как быть, вот как понимать теперь, если вот президент дал указания, это наблюдательную комиссию. Ведь там есть полномочия в наблюдательной комиссии и привлекать представителей зарегистрированных в нашей стране религиозных представителей религиозных организаций. И они имеют полное право. Но, к сожалению, ФСИН и здесь, через православную церковь, через православных представителей, которые ходят туда, он не дает подписать ни договора, ни соглашения, ничего. То есть все зажали, все не дают. Но тогда, ребята, если вы не даете тем людям, которые реально за свои деньги хотят помогать, я тоже переживаю за свой народ, за свою страну, за тех людей, которые освобождаются, потому что не помоги ему сейчас, начиная в колонии и по выходу, он совершит еще более тяжкие преступления. Тогда как? Ну что мы растим? Что мы хотим получить? Сейчас я против гастарбайтерства, я прямо говорю. Я за то, чтобы наши люди освобождались, адаптировались и работали полноценной жизнью. Это хорошие специалисты. 90%, которые будут заниматься вопросами именно на трудоустройках, они будут заниматься хорошими вопросами. Но капелланство необходимо, 100%. Но как они его видят? Как? Как вот люди с любых конфессий, я скажу прямо, я лично, как человек, который, имея опыт, я могу сказать, как нужно и как будет эффективно, но услышит меня раз. Второе, влазят туда, как они есть такое, Господь говорил о тех людях, которые в 23 главе Евангелия от Матфея, о ком он говорил, которые любят приседания, любят быстро к телу, быстро приближаться и уже свое что продвигают. Я не против. Ладно, ребят, зарабатывайте, вы там зарабатываете. Но вы хотя бы не мешайте тем людям, которые хотят реально помочь президенту, государству ресоциализировать и помочь адаптировать людей, изменить их, изменить. А это можно. Вы представьте, сколько у меня только через реабцентр Назарей прошло более 10 тысяч. Это большое количество. И рецидив-то намного меньше.
Но если бы капелланы были разных конфессий, не как это сейчас хотят сделать, опять система УИ, уголовная исполнительная система, хочет создать службу пробации. Что такое служба пробации? Этот чиновник будет сидеть, писать, кому-то перенаправлять. Все. Но этих людей нужно, чтобы их брали за руки, приводили, ставили на учет, оформляли медицину и тому подобное. Я вам говорю прямо, это так оно и есть. Мы одно время исполняли такой проект, был ООНовский, 3 года, вот именно медико-социальное сопровождение. И оно убедило меня в 1000%, что правильная схема, которую мы начали в Назарее. Надо именно так заниматься. А разве кто-то будет заниматься? Нет. Но есть другие вещи. Есть другие вещи, они связаны с тем, что люди, которые хотели что-то делать, и пообрубали все настроение. Просто-напросто отодвинули, кого-то задвинули, кого-то закрыли, кого-то репрессировали, кого-то что-то. Но вы что, думаете, только там, где вы это сделали, проблемы? Нет, они везде проблемы. Но капелланство это даст возможность, когда уже будет не один заходить человек и отвечать, как это сейчас сделали помощник начальника управления по религиозным вопросам, а уже будут там 5 представителей, 6 представителей, но они будут в каждом регионе. И каждый регион они будут заходить в колонию, где могут исповедоваться, рассказывать, в том числе рассказывать о тех настроениях, которые происходят внутри учреждения. Это очень важно. Ведь они не откроются ни прокурору, никому не откроются. Они священнику, они откроются. Может, мне, как лютеранину, не откроются. Может, я для них буду плохой. А православному откроются. Или там протестанту, не протест, какие там течения откроются. Но это будет. И мы убедились, когда мы заходили, кто-то приходил в лютеранскую церковь, а кто-то приходил и в другую церковь. Вы понимаете, но они шли люди, они духовно окормлялись и их вели туда, куда они могли бы где найти приют, найти семью создать или там еще там что-то. Поэтому вот такие вот дела. Спасибо вам большое. Нашим зрителям напомню, сегодня в гостях у нас был Анатолий Малахов, епископ Лютеранской церкви, город Воронеж. И мы говорили о тех проблемах, которые всполыхнули сейчас всю страну. Вот эти жестокие кадры издевательств, пыток, насилия над бизнесменами, политиками, над разными людьми в колониях нашей страны. Спасибо вам большое, Анатолий.